К новостям из мира спорта. Волейболисты-юниоры в составе 22 команд из регионов страны, а также из соседних стран России и Узбекистана борются за звание лучшего. 19-й международный турнир стартовал в Сырдаринском районе. Два десятка лет назад все началось с обычного турнира районного масштаба. Повышению его статуса и престижа, расширению географии способствовала сильная школа волейбола. Она подготовила не один десяток профессиональных спортсменов и имеет признание на волейбольной арене страны. На сегодня в области этим видом спорта занимаются 25 тысяч человек. Два года подряд команда юниоров становилась чемпионом страны. Мы создали волейбольную команду «Кайсар» и надеемся, что она будет выступать в национальной лиге. Со своей стороны мы окажем всемирную поддержку. Сегодня турнир обрел статус международного и прочно вошел в спортивный календарь страны. Ежегодно в соревнованиях принимают участие команды из Узбекистана, Кыргызстана. В этом году впервые приехала команда из России. Приехали впервые в ваш красивый город. Все очень замечательно, все нравится. Уровень команд очень высокий. Среди фаворитов турнира южно-казахстанская команда. Она ежегодно принимает участие в этих соревнованиях. Многократный призер турнира претендует на высшую ступень пьедестала. Это самый первый крупный международный турнир. Приезжают команды из Узбекистана и Кыргызстана. В этом году еще из России приехали. Съехались и все сильные команды страны. Более 20 команд. Мы всегда пробивались в финал. Будем стараться. Сейчас идут встречи в группах. Лучшие будут бороться за медали. Самые зрелищные игры впереди. Чингис Валиханов, Адильбек Жаханов, Бауыржан Кужамратов, Канат Махамбетов, телеканал «Казахстан Кызылорда».